Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сулака Савва, и я являюсь руководителем стратегического проекта «Построение сообщества выпускников». И сейчас я расскажу об этом проекте буквально за несколько минут. Ни для кого не секрет, что выпускники являются одними из главных стейкхолдеров своего университета. И дело здесь не только в тех профессиональных связях, которыми обрастают выпускники, дело не только в тех идеях, инвестициях, инновациях, которые они могут привнести в свой университет. Прежде всего, выпускники важны потому, что они являются трансляторами университетской культуры и университетского мышления. И в этом смысле совершенно очевидно, почему университеты хотят заниматься построением сообщества выпускников. И на первый взгляд кажется, что когда мы строим сообщество выпускников, мы пытаемся вернуть выпускников обратно в университет. Однако на самом деле происходит совершенно обратное. Мы никого никуда не возвращаем. Мы предлагаем выпускникам остаться в своем университете, остаться в своем доме и продолжать развиваться уже в сообществе выпускников. Исторически глобальный тренд заключается в том, что в мире растет количество сообществ выпускников. Любой современный большой университет насчитывает от 100 до 200 тысяч выпускников. И если посмотреть примеры ведущих университетов мира, то мы обнаружим такие примеры, как MIT, в которой насчитывается 122 региональных клуба выпускников, Стэнфорд — это 1500 клубов и сообществ, и, например, Кембридж, который насчитывает сотни групп и клубов выпускников по всему миру. И несмотря на очевидность цели, ключевой вызов заключается в том, что невозможно обеспечить вовлечение студентов как во время обучения университета, так и после его окончания в жизнь университета директивными способами. Та же задача стоит и перед сообществом выпускников. Невозможно директивно заставить выпускников оставаться в университете. Это можно делать только в режиме привлечения. И поэтому цель проекта крайне очевидна – создать сообщество выпускников, которые ассоциируют сами себя с университетом и готовы сами добровольно участвовать в его жизни. Какие же заделы есть в университете, в контексте проекта по выпускникам? Во-первых, в университете регулярно проходят встречи выпускников по институтам, по кафедрам, по курсам, группам и так далее. Данные встречи носят локальный характер, но у них есть большой потенциал вырасти в большие университетские форматы. Университет поддерживает студентов выпускных курсов и выпускников в течение первого года после обучения, помогает найти работу, трудоустроиться, подобрать вакансию и так далее. Выпускники участвуют регулярно в разных проектах и мероприятиях, связанных и с учебной деятельностью, и внеучебной деятельностью наших студентов. И, наконец, выпускники прошлых лет поступают на магистерские программы, на программы аспирантуры и повышения квалификации, что говорит о том, что связь с выпускниками есть, и все эти заделы позволяют с большим оптимизмом смотреть в будущее нашего проекта. Итак, какое же проектное решение мы предлагаем? На наш взгляд, проектное решение должно состоять из четырех элементов. Первое. Необходимо создать общеуниверситетскую ассоциацию выпускников МГПУ. В эту ассоциацию войдут те выпускники, которые наибольше себя проявили, прославились и готовы дальше продолжать работать вместе со своим университетом. Именно эта ассоциация разработает дальнейшие форматы работы сообщества выпускников и предложит выпускникам новые интересные варианты развития. Второе. Разработать электронные сервисы для выпускников. Прежде всего, речь идет о личном кабинете выпускника на базе общеуниверситетского личного кабинета. Возможность выпускнику в дистанционном формате что-то заказывать в университете, пользоваться услугами библиотеки и искать вакансии и так далее, и так далее. Третье решение. Необходимо выстроить программу лояльности, которая заключается в том, что университет подберет целый ряд партнеров и программ, которые будут делать нашим выпускникам скидки, специальные предложения и специальным образом относиться к выпускникам Московского городского. Ну и, наконец, четвертое проектное решение заключается в том, что мы предлагаем обновить управленческие процессы в университете и одному из подразделений университета отдать функцию ответственного подразделения за построение сообщества выпускников. И, наконец, какие показатели мы предлагаем использовать для учета эффективности реализации проекта? Первый показатель – какое количество выпускников МГПУ вступили в ассоциацию выпускников?
Второй показатель – пожертвования от выпускников фонд целевого капитала университета. Показатель номер три – какое количество выпускников пользуются электронными сервисами, которые университет разработал специально для наших выпускников. И, наконец, последний показатель – число партнеров в программе лояльности для наших выпускников. Дорогие друзья, спасибо за внимание.